Привет. Итак, продолжаем опилку. Я, короче, тут, смотри, я пошел туда, где эти были ворота внизу. Даже не думал, я думал, здесь просто выйдут, чемодан, все. Но оказалось, нет, здесь еще потайное здание. И здесь я с помощью вот этого огонька поджег. Ножом был бы не попал. Поджог. Здесь деньги были. А здесь вот ящик. Здесь конечные эти бывают. Ачивка, средний прожар. А, во. Давай за мной. Давай. Юноша. Смотри. Прикольно. Вообще, в принципе, можно было что-то по замку побегать, пособирать то, что это собрал. Я думаю, я потом это займусь без записи. Так, кто знает, может, это вопрос в тот момент, когда я должен все найти. Растение сейчас что будет? Пальцы растения. Монета?
Нет места для совершения. Зачем ты мне так говоришь? Ладно, а что если мы тогда перезарядим? Давай заряжаем. Окей. Секвенирование ДНК завершено 91% процентов и сдал. Изменят намеренно 50%. А значит, это наверняка есть. То этот организм сохранит себе данные. А раз так, какие данные нужны? Миранде, какие данные, блядь, нужны? Можешь попробовать? А что если мы же... Да, блядь, нахуй я перезарядился.
бы нам туда потом надо будет, там, сам кажется. А, извиняюсь. Стоит он там, блядь, держит хуйню. Во-во-во-во. Я давно об этом, спасибо. Готовлю. Готово. Садитесь, съешьте. Я бы такое съел еще разок. О, смотри, еще вот это. Мы собрали все ингредиенты. Теперь... Готово. Я хочу, чтобы им насладились и вы. Невероятно, что это удалось приготовить в такой снежной глуши. У меня есть новинки. Какие у тебя новинки? Есть новинка. Цены сочетаем. Мы не поставим. Тоже цены сочетаем. Очень ценная. Очень ценная. Так. Так, эти не стал, да? Это владыки Маром. Видимо, это и есть пресловутая красота гротеска. О, ты можешь, смотри, можешь. Скажет. Погодь, погодь. Да, посмотри, я все нашел. Ждите, если найдете еще что-то. Здрасте. Я просто сейчас продам это. За 50, нихера. Конечно. Фу, где вы раздобыли эту вещицу? Темстер, кто такой?
Это простая модификация. Я быстро управлюсь. Позвольте мне. С удовольствием. Эти руки гораздо проворнее, чем вам кажется. С удовольствием. Что? А, все хорошо, я закончил. Так, пистолет тоже этот прокачан. Одну минуту. Еда — это жизнь. Счастливо.
поэтому больше лапок не встречаем. Thank you.
8 июля сегодня должен приехать веселый торговец. Он всегда дает мне старые газеты. Иран запрещает читать их. Я обожаю читать новости из нижнего мира. В последней газете была статья про какую-то медицинскую фирму. Не помню название, но ее эмблема выглядит очень знакомо. Этот символ нарисован на чаше гиганта. Я уверен, что видел этот символ, этот же символ на стенах пещеры. Этот раскрытый зонт сразу бросается в глаза. Как здесь оказалась эмблема какой-то далекой фирмы? Не связана ли она с мужчиной, который жил здесь много лет назад? Или ничего? Короче, здесь кто-то жив, мужчина какой-то. Из Umbrella. Я хотел... за мной бег. Так, началось, да? Не-не, мины очень. Thank you.
понравилось именно очень цель. Открыть эту дверь. Thank you.
Видишь, откуда оно там? Как мне разобраться? Вот крепость. То есть, скорее всего, там что-то случится. Я, может, провалюсь? Все место забито. Все оружие перезарядил. Еще одно место осталось. Ну на этом все. Давай хорошего дня сегодня.